День сурка. Моська заспанная теперь. Это мы с вами что поели? Макароны с мясом, что-то там еще поклевали. Ну что я сделала, вы думаете? То, что категорически делать нельзя. Я взяла и пошла, упала спать. Да. Винегрет. Я легла просто спать. Обожавшись. Проснулась, и что вы думаете, я хочу? Поесть? Это я заметила, что после бодуна такая фигня бывает. А еще поесть какой-нибудь фигни, типа бич-пакета какого-нибудь, да? Это вот тема. Алкогольная интоксикация произошла. Винегреты. Корешка. Жареная. Сейчас чихну. Ой. Корюшка, корюшка. Что мы знаем о корюшке? Корюшка. Рыба семейства лососевых. Что-то там относится к фиговым еще, по-моему. Нежная рыба. Вкусная рыба. Мягкая рыба. Что такое-то? Спасибо большое, кто сказал. Напишет, будь здоров. Да. Рыба нежная, мягкая. Не сами ловила. Катя купила. Как вам кто? 370 рублей килограмм корешки. Вы что, совсем что-то, люди? Вон она ловится. Я даже знаю, где. Кстати, миллион тысяч раз просила, давай половим корешку. Давай половим корешку. Давай, 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 давай. О. Поэтому поймаю ее теперь сама. Есть у меня друзья, есть с кем. Там, где она ловится, можно сказать, прямо у дома. Я серьезно говорю. Нос что чешется? Опять? Это, по идее, мы должны были вчера еще фестивалить. Вчера. Завтра. Вчера мы уже фестивалили. Завтра. Но. Я же проспорила коньяк. Да, блин. Извините, сейчас. Я, короче, судя по всему, простыла. Не факт. Не знаю. Может, и не простыла. Там писали в комментариях. У меня столько аппаратуры, почему бы какой-нибудь гараж не сегодня подарить тебе. Не хочешь, не уходит. И бедные соседи. Почему бедный-то? Может, богатый? Не жалко ли соседи вам, что вы так песню рали, сидели громко? Нет, вообще пофиг. Я слишком много в этой жизни жалела людей. А в этом году мне такой пинок дали. Поэтому мне пофиг. Я думаю о себе. А с соседями я даже не знакома. Если бы что-то смущало, наверное, они бы постучались. Звонили там. Ну или люди приехали бы. В бело-голубом вертолете. Повызывал соседей.
Может, у них ускоренная договоренность, а может, там вообще никто не живет. Да? Нет? Да. Есть у меня план. Капкан. А, на этих выходных списала с девчонкой. Вот, я не помню, говорила я об этом, нет, сюда. Я же забывать стала, куда я это говорю. И сюда-то я рассказывала вам. Мне же нужно завести дневничок, куда я рассказываю то, куда я рассказываю это. Я что забыла? Сейчас в субботу воскресенье поступило предложение съездить в соседний поселок в бильярд. Сначала, конечно, мне захотелось. Блин, прикольно вам показать тоже. Ну, отдохнуть от топыриса. Начались, да, бар, клубы, рестораны. Дископатия, дискожись. Но потом я вспомнила, что я обещала уже Кристине и фотографу, что мы фотографируемся в эти выходные. А еще я сейчас вспоминаю, что мы еще договорились с парнями, когда рыбачили, о том, что на этих выходных пойдем на какую-то другую рыбалку, ну, на другое озеро. Блин, я просто забываю, что я обещаю. Обещание не выполнять, это хреново. Ты теряешь свою жизненную силу, свое «я». Теряешь себя и становишься куском «г». Я вам честно говорю, мне 15 лет обещали, многого чего. Эффект видели? Какой в итоге поступок способен совершить человек, который нарушает обещания свои? Отвратительные поступки, ужасные. Гнилые. Я боюсь такого стать. Говном стать не хочу. Я обещала то, обещала это, обещали надо выполнять. Вообще я дала 3 очень смачных обещания. Они прям у меня... Образ их на сердце высочен ароматами гладиолуса. Если их не выполнить. Это на самом деле будет фиаско. Потому что они слишком серьезные, высоко ответственные. Где мои мандарины? Опять ем как конь. Мандарины. Заметьте, да? Это все... Ой. Это все алкоэффект. Потому что обычно я ем как конь, вы помните, когда я прохожу целую кучу дофига километров, что-то делаю. За какую-то сражаюсь идею, там, да, вот это вот что-то физическое. А тут я ничего не делала. Я просто напилась. И что? Углеводов противных. Алкоголь расслабил, вывел мышцы из тонуса. Эти люди, которым злоупотребляют спиртными напитками, они зачастую полные. Зачастую. Но есть же те, которые только пьют и все, и не едят. Это не я придумала, а это есть. Сфигали я уже вон. Встала, чтобы поесть. И сейчас опять лягу, чтобы поспать. Нет. Сейчас надо что-то поделать. Во-первых, косметика пришла от Oriflame. Я так и не распакала ее, надо распакать. А во-вторых, я в поселке не могу сделать себе педикюр. Сейчас сегодня буду себе делать педикюр сама. Брови надо накрасить, выщипать. Блин, мы еще хотели бы вчера заняться. Как раз время до 3 часов ночи вот так у меня будет.
Я хотела, чтобы этот день пролетел незаметно, а в итоге я его продлю сейчас опять себе. Там написали, что я когда завершала последний видеоролик, не подмигнула. Забыла, да? Доброго вечера, дорогие друзья мои. Приятного аппетита вам. Добрых вам снов, самых прекрасных. Ой, у меня самые лучшие подписчики, самые клевые, самые вообще всех люблю.